А еще я вот это место нашел, забыл совсем про него. Это вот это вот место, где тут вагонетка еще ездит. Не помню локацию. Короче, шел-шел и вспомнил, что вот здесь есть лифт, который не активен. Лифт в автономном режиме. Блин. И тут вот есть такая панель, которая... Блин, я не вижу, что написано. Которая до сих пор не активна, короче. Круглый лифт активил. Блять. Активируйте лифт из подземного кабинета управления. Охренеть. Просто охренеть из подземного кабинета управления. Охренеть. Я называется игру прошу. Прошел. Из какого-то подземного кабинета управления его надо активировать. Что? И где этот подземный кабинет? Опа, еще и монетка. В этой игре загадок всю жизнь разгадывать ее. Реально, ну если не спойлерить, конечно, через гугли. Где этот кабинет подземного управления, я вообще не... Вообще не вообще. Но где-то он есть. Видимо. Что-то я, видимо, не нашел. Если бы еще карту дали, чтобы примерно знать, где я сейчас нахожусь в мире. Ну, вообще ништяк. А так вот искать, ой-ой. Не, это интересно, конечно, но интересно лишь в том случае, если ты находишь все-таки. Бегаешь, бегаешь, оба-на. Нашел что-то. А если бегаешь тупо днями напролет, то искать надоедает. Правда. Вот для этого существуют какие-нибудь подсказки, вообще-то говоря. Хоть чуть намеки, то что подсказки. Намекнуть-то можно где он? Где этот подземный кабинет, нет? То есть я сейчас не в микрофон говорил все это время, да? Отлично. Молодец. В общем, вот чтобы все запомнить, тут все не запомнишь, надо записывать, что вот в этой локе есть неактивированный лифт. Как его активировать? Я пока не знаю. Но я тут уже... Я тут уже столько бегал, что почти наизусть знаю эту локацию. Но этого мало. Этого недостаточно для прохождения, для полного прохождения этой игры и нахождения всех секретов. Ага. Вот это вот зачем комната? Что-то было? Может и было, хрен узнает. Это рядом с костром, рядом с разломом. Особняк отсева. Отчего? Отсева. Ну понятно. Ну ладно.